Трансляцию матча Intel Challenge представляют главный технологический партнер корпорация Intel и генеральный партнер турнира компания Asus. За прошедший период отчетного года дельта активов и пассивов оборотных средств превысила. За отчетный период на сумму, равную альфе основных средств за позапрошлый отчетный период. Это позволяет... Отдохнуть, не покидая работы. Онлайн-шутер Point Blank. Разрядись. Впервые в рамках 9-го сезона Международной лиги Intel Challenge вы увидите жаркие, захватывающие баталии в командной дисциплине Point Blank. Но Грекортом еще воюет Дэн, хедшотом с пистолетом, голову снимает Эйса, добрая фея уже одна. 32 сильнейших команды СНГ вступят в схватку за главную трофей лиги и солидный призовой фонд 14 тысяч долларов. В лучших традициях проекта всех зрителей и болельщиков ожидают прямые трансляции, обзор игровых туров, общение со звездами Point Blank и LAN-финал в формате шоу-матчей. Не пропусти! Виртуальная война начнется 10 августа в 18:00. Официальный сайт игры pointblank.ru, официальный сайт лиги cyberarena.tv, главный технологический партнер проекта корпорация Intel, генеральный партнер компании Asus, официальный игровой центр Киев Киберспорт Арена. Партнер игровой дисциплины – компания Innova Systems. Скукотища. Это пингвины или ленивцы? Они хотят шоу. Будет им шоу. Ковальский готов? Вас понял. Начать операцию Рико Старт. Бинго. Смотри, что вытворяет. Вот это жопа. Миссия выполнена. Хватит улыбаться и махать, парни. Это 5! Когда на сцене процессор Intel Core i5 второго поколения, результат очевиден. Невероятное шоу визуальной производительности. Умный, и это видно. За прошедший период отчетного года дельта активов и пассивов оборотных средств превысила. За отчетный период на
на сумму, равную альфе основных средств за позапрошлый отчетный период. Это позволяет... Отдохнуть, не покидая работы. Онлайн-шутер Point Blank. Разрядись. Ура-ура, друзья! Я в прямом эфире, Киберарена ТВ. В прямом эфире, а я в студии, скорее так нужно было сказать. Тафа здесь уже готов к трансляции по Point Blank. У нас совсем скоро начнется, возможно, первая игра сегодняшнего дня. RAF, AOX, Female решают вопрос, кто из них пройдет дальше. Потому что я уверен, что и одна, и вторая команда понимает, что команда Кислота, у которых сейчас 10 очков, у команды Female 10 очков и 9 очков у команды RAF, все понимают, что, скорее всего, Кислота обыграет команду HAL Здравствуйте, у которых 0 очков после 5 матчей, и Кислота выйдет с первого места. А вот кто будет вторым, решится здесь и сейчас. Ничья устраивает AOX Female. Победа устраивает команду RAF. Ку-ку. Я тут и я готов. Вот что я могу написать. Наш РЦ-канал Cyberarena TV на Quakenet'е. Пишите сообщение на ник Cyberarena Tafa. И, в принципе, я могу прочитать ваши сообщения в прямом эфире. Также могу сказать фанатам Counter-Strike, кто вот недавно, если случайно, попал на наш стрим. У нас вечером в 21.00 матч польской команды Fear Factory против украинской команды DTS, также в рамках Суперкубка 9 сезона Intel Challenge. Поэтому, друзья, в принципе, можете все это сегодня посмотреть. Так, мне надо написать, что да, я готов. И также, ребят, завтра, кто из Киева, из близлежащих городов, всех приглашаем на турнир на PlayStation 3 по игре Resistance 3. Вход свободный, участие бесплатно, куча моря позитивных эмоций и суперпризы от компании GameStop. Все это завтра, начиная с 4 часов вечера, у нас Киев Киберспорт-арене. Ну, суббота-воскресенье, и так понятно. Это World Cyber Games Украина, украинский финал. Мы там, наша съемочная группа вещательная будет находиться 2 дня. Опять же, репортаж с места событий, прямые трансляции и все. Это будет уже в субботу и воскресенье. Ну, вот такой я наметил план на 3 дня. Сегодня самое главное, да даже на 4 дня, учитывая сегодняшние матчи. Сегодня, если успеем по расписанию, если команды не будут опаздывать, то мы с вами посмотрим 6 игр в Point Blank и 2 или 3 карты в Counter-Strike. Ну, как бы да. Расписание, сайт PB Cyberarena TV, в любой новости, либо в турнире, там есть и расписание, и группы. Ну, в принципе, какое расписание, когда у нас подходит к завершению первый групповой этап, ждите на следующей неделе обзор оставшихся всех туров, вообще обзор всех групп после первого группового этапа. И также я надеюсь, что пойдет новая порция топ-фрагов в эфир. Также со следующей недели. Конечно, не так много фрагов получилось запечатлеть, к сожалению, потому что, ну, не всегда везет с моментами. Жалко, демок нету. Все, наверное, я немного заговорился. Давайте уже перейдем непосредственно к игре. RAF играют в атаке. Если я не ошибаюсь и не подводит меня память... Кроме того, что RAF играют в атаке, так еще, по-моему, это они выбирали сегодня карту в этом матче. Да, именно RAF выбирают карту, но и решили все-таки выбрать ДЦ. Чуть-чуть ВВГ не сказал, или сказал, что это ВВГ, ДЦ. У нас RAF атакует, а AOX Female защищаются. Чуть позже представлю составы команд после первого раунда. И первый минус в матче Коте из RAF с М200 забирает гетто принцессу. Да, мальчики против девочек, это всегда, наверное, интересно смотреть. Кстати, вот табло матча, давайте я сейчас вам немножечко поправлю, слишком уж большое оно, по-моему, как мне кажется. Давайте его сделаю чуть-чуть поменьше, оставим таймер, он нам пригодится. Ну, вот где-то так, я думаю, самое оно. Таймер есть, название команд видно, ну, что еще нам нужно? Ну что ж, пока тем временем погрызли уже лидер Вервульф, где-то получила Валкуша на позиции, непонятно где, где-то она в апленте, минус от Пикси, в мидле, в коробке забирает Кота и продолжается матч, продолжается заруба. Давайте смотреть за тем, что будет дальше. Напоминаю, РЦ-канал Cyberarena TV на Quakenet'е. Друзья, подключайтесь, пишите письма, передавайте привет бабушке, маме. Ну и, конечно, что-то из этого я прочитаю. У нас выход пытаются сделать на А, плент Равы. Здесь Лир Вервульф, здесь Добрая Фея, и все они защищают плент.
Добрая фея, отстрел окна, не получается, Кверти делает минус, 57 секунд минус от Гобы, заход на точку пошел, добрая фея спускается на 8 хелсов, Пикси рядышком ушла, все, Гоба, по-моему, супер-мега-красавчик раунда, и, если не ошибаюсь, да, он сделал 3 фрага, ни одной смерти, ну, вообще, все четко и беспроблемно для этого парня. Так, давайте я еще тут в некие места... Хороший зайду, проверим еще заодно стрим, как он работает. Сейчас должен услышать я свой голос. Немного лагов, да, такое бывает. Не забывайте, ребят, что самое одно из самых главных, что я комментирую с опозданием на 120 секунд. Поэтому вот если мне что-то пишете, то вам придется подождать 2 минуты, чтобы услышать ответ. Сделано это для того, чтобы игроки... не могли по стриму палить позиции и слышать вот, меня, и палить ДЦ. По стриму ой, Раф атакует, позиции врагов. Так, все, стрим проверил, все работает. Ну и, в принципе, что мне остается, так это только посмотреть этот раунд. Пока очень четко начинают травы, педалик делает минус. Да, я забыл, какая интрига вокруг этого матча. Здесь решается судьба первого и второго места группы. Вот действительно решается, потому что, ну, скорее второго, наверное, места, потому что вряд ли... ребята из кислоты проиграют Хал Здравствуйте, которые проиграли первые 5 матчей и провалили полностью все, что могли, к сожалению, девушки. Но зато вот сейчас... Ого, как тут всех потушили-то на стрите. Ничего себе. Но зато вот у нас в этом матче решается действительно судьба второго места, потому что у EXE Female сейчас наравне с лидерами 10 очков, но кислота свой матч выиграет, ну это 99,9%. А вот как завершится игра Рафа у EXE Female, никто не знает. В прошлый раз у EXE Female выиграли на люксе, и сейчас, вот видите, выбор уже Рафов, их карта. ДЦ очень интересная игра может получиться, поэтому давайте смотреть, счет 1-1. И наблюдаем за напряженнейшим матчем. Что будет дальше? Давайте, ладно, я тоже скажу, что у нас еще будет дальше по расписанию. Тут, в принципе, 6 игр должно быть, но посмотрим. Следующая игра, кстати, Кислота и Хал, здравствуйте. Потом у нас должен быть матч на 19.00. Я все время по Киеву говорю. Немуэрт и Рокскиз. Очень крутая может быть заруба. Потом до 19.30. К сожалению, на 19.30 матча нет, как это комментирую. Ну вот. Вот наш судья, не знаю, вот он часто любит веселиться и на одно и то же время пока ставить матчи, точнее, что я их комментирую, но это не так. Я в одно и то же время матч комментировать не могу, поэтому выбираю один из двух. Ну, вот не МРТ Рокскиз буду комментировать, Квад ТВ, уж извините. Да, все, возвращаюсь в игру, у нас уже серия разменов прошла. Вот сейчас атака снова в большинстве, и здесь Лир Вервульф и Буйный Педалик попытаются разрулить ситуацию, ну, не очень простую для них. Да, и самое, конечно, главное, что-то я уже отвык от этого дела, ребят, ну... Извините. 1-1. 1-1. Все, смотрим за игрой. Бомба стоит. Нет, Лирвервуль застреляли. И второй раунд. Второй раунд. Сейчас берут ребята из РАФ. 2-1. Счет в матче. РАФ по-прежнему атакует. Давайте посмотрим, наверное, что у нас будет сейчас по девайсам. Нет, ну, в принципе, никаких изменений. Ауги, по-моему, даже пока еще тряпок не видел. Так, кстати, стоит также, наверное, включить наш лютый прицел. Как уж без него. И так будем тогда уже смотреть за матчами. Так, смотрим, что делает атака. Двое банан, Кверти в районе А-кафе, С-кафе, Коты. И Рэки смотрит поджим с длины. Там Пикси, кстати, поджимает. Да, составы. Буйный педалик, Лир Вервульф, Гетто Принцесса, Пикси и Добрая Фея. Вот, кстати, Буйный педалик забирает Коты, забирает Рэки. Ого, поджим мидла, педалик. Что творит? Здесь и Т-шку, Стрит пытаются выйти. Дефенс агрессивно играет очень. Но пока это приносит свои плоды. Команда РАФ. Гоба, Кверти, Рэки, Коты и Вирус. Вот такие 5 бравых парней, которые сейчас выиграют в этом матче. И вот Кверти выходит на троих, дает инфу, что здесь засада. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Минус 3. Гоба еще получил в мидле. Ну и Вируса уже в ЦКФ просто, в АКФ просто шьют и уничтожают. Да, забирают Гобу, Вирусу наваливают спину. Ну и пока он жив. Вот сейчас Пикси, не повезло. Какой тайминг, какая шапка. Еще одну сбил. Но Лирвервульф берет раунд, и это 2-2. Ну, я думаю, что вот эта игра будет очень напряженной. Многое решится, конечно.
Ну и в следующей игре Кислота сыграет матч против Халл. Здравствуйте. Вот эти все четыре команды играют в одной группе. Ситуацию я вам уже описал. Ну и верю в то, что действительно сегодня будут красивые и интересные матчи. Не забывайте мне писать. Мирка, Сабир Арена ТВ, Quake.net на сайте ПБ Сабир Арена ТВ и Сабир Арена ТВ в трансляциях и в новости по сегодняшним матчам. Есть веб-часть. В настройках веб-мирки ставите показать список всех участников на канале. Всех присутствующих на канале, и после этого, конечно же, вам стоит писать мне, собрали на тап мой ник. Все. Продолжаем смотреть за игрой. Рэки минус Пикси. Нашел я, конечно, ход кейс 8 point blank наконец-то. Пробивается банан. Что минус от Рэким. Хорошо, хорошо. Атака пока действует. ЦКФ. Фей в спину заходит. Вот здесь вот проблема. Ура! Вовкотес! Ого! Как он раздал с пистолетом. Минус 2. Жесткий Глок 18. У Коте Гоб делает минус. И это 3-2 в пользу команды РАФ. Пока все ровно и непонятно, кто же выйдет. Все, я забываю, что у нас большая интрига. У нас решается судьба команд. Кому-то из этих команд придется вылететь из чемпионата, кто-то продолжит борьбу во втором групповом. Point blank. Ну и 8 команд уже со второго группового этапа попадут в Киев, Киев Киберспорт-арену в октябре на LAN-финал. Дата финала перенесли, конечно, с 9-12 числа, я не помню, 9 или 12 должен был финал, но в связи с выставкой Игромир в Москве, Россия, финал перенесется, наверное, на неделю вперед. Итак, Пикси забирают Рава. Пока что атака холдит холд перед ЦК, перед длиной. Холд на стрите, холд на банане. Полностью просто ждут поджимов и ждут агрессивных действий от девушек. Пока что вот какой-то свой раунд Рава не готовы начать. Да, есть Рэки, он перестреливается с Лирвервульф в мидле. Есть Коты, который там банан поджал и смотрит в окно из ЦК. Есть Гоба, который вышел на длину к рефрижератору. Но, по сути, только Коты дал минус из ЦК, поймал на банане педалика. Ну вот просто стоят на отстрел сейчас. Так, Пикси пишет, я из речка, точь-точь, Халбаба. Ну окей. Гоба, нет, по-моему, Кота второй минус сделали, девчонки, заберите к себе, ничего не понимаю, тут какой-то командный чат у OXE Female, ну и 4-2 уже, вообще этот раунд как-то спокойно отыграли. О, ребята, извините, опять вот я путаю ход кей, потому что когда у тебя point blank в окошке, вот то, что, чтобы переключиться на другое окно, нужно пользоваться магическими клавишами, ну иногда такое тоже происходит. Смотрим проброс на мидл, там добрая фея, может попасть под гранат, вирус на зигзаге, кверти, АКФ, ЦКФ двое, длина, ну вот опять непонятно, что куда пойду. Давайте уже с первого вида, с глаз смотреть, вот первого лица точнее. Минус от Коты, снова он 7200 хедшотом падает на Респ Гоба, жмет, с Рэки вместе запилили гетто принцессу. Дальше 4-2 ситуация, Лирвервульф и добрая фея остаются, фея делает минус. Ого, фея минус 2. Ну, давайте смотреть, она в доме. Есть Коты и вирус. Коты СМ200, отличный выстрел. Отлично играет этот парень. И у нас остается Лирвервульф. Она выходит с парычи, видит это и Коты и вирус. Вирус Ауга хедшотом забирает Лирвервульф. И это уже 5-й раунд для команды РАФ. Парни пока что идут к успеху. Ну, глянем, что будет дальше. Мне написали да, мне написали. Ребят, самое главное, кто пишет мне в мирке, пишите латиницей, то есть английскими буквами, потому что я у всех разные версии мирки, у кого веб, у кого есть клиент, у кого там через телефон, у кого еще через что-то. И совсем, не совсем, точнее, корректно отображаются русские шрифты. Так, есть минус на Б, никто не выходит. Рэки пробивает длину, 4-4, педалик забирает Коты, наконец-то его забрали. Потому что очень много проблем он доставлял своим оппонентам с М200. 10-4 идет Рэки, 9-4 идет Коты. 0-8 иду я. Это, ну, понятное дело, это я-то спектатор. 0-6 гетто принцесса. Вот так вот. Педалик идет на поджим.
И сейчас можно воспользоваться, в принципе, тем, что атака в меньшинстве, халдит, и сейчас как раз можно зайти в спину. Педалик идет вперед, забирает вируса. Есть минус Рэки, неплохо. Неплохо играет команда с часовой экзе, Кверти остается один против четверых. Ну, давайте смотреть. Минус от педалика. Еще один, по-моему, фраг. И это уже третий раунд. Что, последний у нас раунд остается в этом матче по фрагам. Фраг, педалик 11-6. Лирвервульф 7-5. 3-6. Фея, Пикси 2-7. Гетто Принцесса по-прежнему играет с нулем и вообще без шансов. 5-3. И последний раунд первой половины. Был фраг от вируса. Сплит Б. По-моему, плюс кот из коробки. Еще попытается напрячь там принцессу. Уже грызет. 63 хп. Выход Зик. Лирвервульф принимает. Гоба уходит. Рэки делает минус добрая фея. Кверти минус гетто принцесса. Это центр плюс А. Вышли. Сбили Гобе маску. Непонятно откуда. По-моему, прошили вообще с парыча в пиксель. Бомба стоит на А. Бомба стоит на А, на Б выхода не будет. Кот уже ждет с коробки. По-моему, он туда с М200 выцеливает соперниц. Все, ну как-то, знаете, такая вот очень жесткая позиция. Нет, глок достает из глока. Какой жесткий глок. С такой дополнительной рукояткой он в поинт-бланке сделан. И здесь, конечно, оружие помочь. Как это странно, не попал сейчас Коте, но попал Гоба. И это 6-3 и двойное преимущество после первой половины для команды РАФ. Смена сторон. Ну, давайте сейчас посмотрим, что будут делать команды. Возможно, будут какие-то изменения по девайсам. Сейчас посмотрим, будет ли заходить в инвентарь. Ну, а я быстренько побегусь про девайсы, по девайсам. Украинская маска АУК, украинская маска М200, украинская маска АУК, белорусская маска АУГ. Ну, и тут есть российская маска, черная АУГ, ГОБА, заметьте. Ну, честно, пока вот я вам, знаете, как-то внятно и понятно сказать, вот и почему, чем отличаются черный АУК и серый, я не могу. Да, есть какие-то настройки, параметры, там, скорость бега, там, разброс, точность, но тут в зависимости еще, кроме этих параметров, вот, знаете, в игре немного по-другому ведут себя пушки, и вот трудно до конца сказать, как, чем же отличаются. Вот, знаете, я пробовал, тут как-то, вот мне кажется, что черный все равно стреляет чуть точнее, но слабее по мощности, возможно, мне кажется. Так, посмотри, плиз квадов. Думаю, интересная игра будет, так как соперники по силе равны. Роксы задавят команду лопасти, это понятно. Ну, вот в том-то и дело, что, знаешь, понимаешь, дружище, вот мне написал Джастин в Мирку. Я бы с удовольствием, конечно, посмотрел, но все хотят топ-команду, все хотят роксов увидеть. Очень давно их не было, там некоторые матчи пропускали. И все хотят посмотреть за действиями чемпионов, чемпионов турнира Three Nation и чемпионов ВЦГ России уже. И вообще супер-мега-чемпионов. Так, кстати, все от атака началась, у нас девушки в атаке, первый минус был сделан, сплит какой-то в мидл зашла педалик, в это время давят на А, прошли аплент и что-то равы в защите как-то вообще себя очень плохо пока что показывают. Вот педалик видит спину Кверти, как-то забирает, вот второй фраг, да, ничего был, педалик идет дальше, остался вирус в доме, тайминг, отвернулась, повернулась, ох, как хорошо-то, прошлась по головам соперников, первый раунд второй половины за командой AOXZ Female, счет становится 6-4 в нашем матче, и это значит, что борьба будет по-любому. Ну, возможно, даже стоит отметить этот момент, Female vs RAF. Это первый раунд второй половины. Да, конечно, вот если бы были демки, конечно, наши топ-фраги выглядели намного лучше. И нам обещают, что вот в скором времени в поинт-бланке появится такая вещь, как демки. Тогда в интернете появится в 1000 раз больше видео по поинт-бланку, чем есть сейчас. Ну а пока мы продолжаем смотреть за игрой, у нас снова минус, снова апленд продавливается, педалик делает минус, Кверти... Минус педалик, и пока еще, пока все вроде бы неплохо. Ну, давайте смотреть. Бомба была установлена. Пока неплохо в атаке для девушек. Я даже, знаете, не ожидал, что так они неплохо начнут свою вторую половину. Очень неплохо. Сейчас забрали Лирвервульф, она не попадает.
и за это сразу была наказана. 3 в 3 ситуация, фея идет на стрит. С банана где-то принцесса слева за углом в районе кассы. И Пикси просто в нубке сидит, да, Пикси в нубке. Минус от Кверти, минус от Пикси из нубки. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, тут один на один кого-то. Нет, это была маска сбита с трупа, сейчас не даст фея раздиффузить, не даст. Да, 10 минус, 2-0, 6-5, игра продолжается, и уже девушки начинают догонять соперников из РАФ, и, возможно, что-то у них получится в этом матче. Напомню, кто недавно подключился к трансляции, следующая игра также из этой группы, здесь все сейчас решается. Лидер группы Кислота, 10 очков, кстати, как у Exe Female, у команды РАФ 9 очков, и 0 очков у команды Хал Здравствуйте. То есть сейчас Кислота в следующей игре играет с аутсайдером, по идее набирает 13 очков, но... И занимает первое место. А вот здесь вот пока еще непонятно, кто, как и почему. Борьба очень серьезная. Минус от Гобы только что прошел. Здесь очень много игроков AUXE Female возле C-кафе. Девушки в меньшинстве. И сейчас смотрим за тем, что будет делать защита. Очень хорошая граната в C-кафе. Фея отвернется. Нет, Гоба забирает ее. Ну, наверное, Фея даже не поняла, как эта граната там оказалась. Очень неплохо была прокинута. Смотрим улицу. Где-то принцесса пытается продавить улицу. Лервервульф чекает центр. Смотрит C-кафе. Принцесса минус. Ну, хоть одного забрала. Лервервульф. Вульфа 1 в 4 будет играть раунд. Ну, тут уже сложно. Гоба в спину. В спину стреляет. Сбил маску. Мы это прочувствовали сейчас с помощью звуков. И взяли первый раунд защиты. Это 7-5. То есть не дают догнать сейчас по счету. Равы. Не дают догнать себя. Команде AUXE Female. Смотрим на карту, смотрим за действиями от команд, что они сейчас предложат нам в очередном раунде. Ну, мы видим, да, что Рэки поджал, ушел на право-право, я бы так это назвал. Фея, кстати, возможно, не прочекает, потому что Рэки справа в углу, в доме в отростке находится в кармане. Я даже не знаю, как называют эту позицию команды. Но добрая фея не прочекала. Рэки сейчас спину будет убивать. Ой, Рэки неудачник. Это просто, мужик, извини, но это действительно так. Как жестко тебе раздает. Кверти минус 2. Вирусы феи пытается с плента минуснуть. Как я долго на этот БТР пытался залезть. А здесь так все чик-пук. Оп, и на БТРе уже. Ладно, ну это понятное дело. Люди, которые тренируются на БТР, там на вот эту машину рефрижератора, легко залазят. У нас пока что добрая фея. 1-4. Возможно, это будет супер лютый раунд. Козырный. Возможно, соперники расслабятся при таком положении в этом раунде. Но мне кажется, что сейчас что-то может быть. А вот, возможно, и нет. Гоба нашел фею. И сразу сам вышел и дал минус. 8-5. Все, здесь вопрос закрыт. Два раунда. Два раунда остается парням из РАВов, чтобы выйти все-таки в плей-офф и обойти по очкам команду. Ну, если РАВы сейчас выиграют, они, конечно, выйдут на первое место, и у них будет 12 очков, но есть большая вероятность, 99,9%, что команда Кислота выиграет свою игру и заработает 13 очков. То есть у нас будет 13, 12, 10 и 0. Плотная борьба, но кто-то должен... прекратить свое выступление в Суперкубке Intel Challenge 9 сезона и 1 сезона для Point Blank. Пока 5 на 5 у нас под А-плентом AUXE. Давайте посмотрим, как здесь будут защищаться парни, потому что к ним уже очень глубоко выходят. Нет, здесь кот SM200, и он один смотрит. Ой-ой-ой-ой, здесь Пикси набежала на прицел. Минус вирус от Фии, возможно, в ЦК, с бананов ЦК сняла. Возможно, нет, возможно, кого-то из коробки. Продолжают все попытки свои выйти девушки. Переброс гранат на 5 из 5 на стрит. Ну и все, отходит кот и фастом стреляет. Здесь 3 контра. Ну кто, фея не прокидывает гранаты на пятерку? Пока нет, не видно по карте, чтобы что-то сюда летело. Педалик перед коробкой. Рэки до сих пор в зигзаге, потому что не прозвучало. Фугас установлен, бомба поставлена. Зашел Кверти, дал минус, фея разменялась. Педалик минус, вдвоем Рафа и Рэки остаются. Вот это было тупо. Вот это вот уже зря Кверти сделал. Зашел под спрей от двух игроков. Рэки делает минус и остается 1 в 2 против где-то принцессы и доброй феи. Вообще, это раунд для него 1 в 3. Ну и вот теперь уже мы понимаем по надписям, по никам, что ушли на стрит девушки. Фея, принцесса вообще ушла в АКФ. И Рэки будет тяжело. Да, забирает фея. 3-2. Атака выигрывает. 8-6. Счет в матче. Игра продолжается. В борьбе между РАВами и AUXE Female. Напомню, что в первом туре женская команда AUXE Female на Люксвилле обыграла РАВов.
Да, существует некая мажна, я не буду ничего скрывать, что вот, допустим, в Point Blank ты никак не можешь даже IP-адрес проверить и можешь логин, свой пароль дать любому игроку. Тут было много слов, что вместо девушек играют парни и так далее и тому подобное. Но это, к сожалению, никак не проверишь пока что. Возможно, вот иного нам будет в этом деле помогать и давать какие-то логи серверов по IP-адресам. Просто будем смотреть, кто заходил откуда. И будем ловить нарушителей. Минус от вируса. Три девушки остается. Сейчас очень агрессивно играет защита. Вирус вышел в ЦК, уже ушел обратно. А в это время Рэки уже в спину обходит вот все это дело. И Гетто Принцесса, и Лирвервульф, и Пикси. Сейчас они все могут умереть. Кот и Кверти принимают аплент. Вирус из коробки, да, смотрит. Вот он, Рэки пришел, дал минус, дал гранату. На кассе в АКФ Пикси. Лирвервульф на срете. Ну и, конечно же, здесь сейчас зажим уже такой работает от дефенса. Очень неплохо. И, наверное, они сейчас приблизятся к тому, что у них будет матчпоинт на выход из группы. Ну и в последнем матче группы Суперкубки Intel Challenge. Ну, видите, жмут. Здесь просто набежал на прицел Пикси. Минус 2 от Рэки. Сейчас Лирвервульф он может забрать. Да, он забирает Лирвервульф. Отлично сработано от бай Рэки. Ну и 9 раундов. Уже 9 раундов у команды RAF. 9-6. Возможно, последний раунд в этом матче. Кстати, по расписанию у нас уже должна начаться игра. Хал, здравствуйте. Против команды под названием «Кислота». Я думаю, мы сейчас просто без паузы, ну, с маленькой рекламной паузы переключимся на эту игру. Я быстренько тут сохраню видео первого матча и сразу пойдем дальше без остановки на следующую игру. Ну вот, как оказалось на практике, да, нам казалось вначале, что 30 минут хватит для игры в Point Blank. Но оказалось, что не всегда, это правда, и не всегда 30 минут играют. Здесь могут и 40 игру играть минут, и 50, и час, если кто-то опаздывает. Поэтому, наверное, со второго группового этапа будем выделять не по 30 минут, а по часу на каждую игру, чтобы мы действительно могли четко с подготовкой, с каким-то анализом и с интервью начинать трансляцию по Point Blank. Слишком все быстро уж происходит, мне это не очень нравится. Ну что, пока отстреливают того экзешек, и на длине, по-моему, Рэки воюют, вот сейчас его могут там подзагнать. Давайте посмотрим, да, вот он DL-кафе, так назовем это, минус от Рэки. Нет, это минус от Гобы. Рэки прошивает угол. Фея минус Гоба. Ну, все должны понимать, что здесь красный Рэки. Но и красная принцесса, и фею уже забрали. Все, наверное. Да, это победа команды RAF. Поздравляем их с выходом во второй групповой этап Intel Challenge. Уже 100% RAF-ы пройдут дальше. С первого, второго места это уже будет зависеть от матча с участием команд Хал, здравствуйте, и Кислота. Если Кислота сыграет в ничью, кстати, если сыграет Кислота, либо проиграет, ну, если сыграет в ничью, то выйдет со второго. Если проиграет, то, наверное, тоже может выйти со второго по личной встрече с командой AOXE Female. Ну что ж, друзья, вот, девушки, хотите видосы? Ну, это тоже машина послематчевая. В принципе, мне уже тут делать нечего. У нас небольшая пауза. Я скоро к вам вернусь на игру между Хал, здравствуйте, и командой Кислота из этой же группы. Сегодня у нас еще будет 5 матчей по Point Blank из 9 вечера. Матч по Counter-Strike, Суперкубка BO3, DTS против Fear Factory. Поэтому сегодня вечер насыщенный. Всем предлагаю оставаться вместе со мной, посмотреть интересные соревнования по киберспорту на вашем любимом канале Киберарена ТВ. Комментирует для вас сегодня Тафа.